Душевная мука, она страшнее всего. И душевная мука человеческая – это уже присутствие ада, духа ада в жизни человека. Болезни смертные и муки адские. И когда Иисус приходил, Он сражался с этими врагами. Вы помните гроб, вы помните Лазаря, его любимого друга, и две сестры – Мария, Марфа, которые плачут. И вот приходит сам Господь, приходит жизнь и воскресенье.